Сотрудниками полиции пресечена деятельность организованной группы коллекторов, которая занималась вымогательствами денежных средств. Сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Челябинской области задержана организованная группа в составе 7 человек, которые подозреваются в совершении серии вымогательств на территории Челябинской области. При совершении преступных действий подозреваемые высказывали угрозы жизни и здоровью граждан, а также причиняли ущерб их имуществу. Задержанные являлись сотрудниками микрофинансовой организации, которая представляла услуги по кредитованию и взысканию задолженностей с клиентов. В рамках проведенных следственных действий в офисах и квартирах подозреваемых на территории городов Челябинска, Златоуста, Миасса и поселка Увельский были изъяты пневматические и травматические пистолеты, наручники, компьютеры, ноутбуки, планшеты, жесткие диски, сотовые телефоны, сим-карты, флеш-карты, ежедневники и различные документы организации. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 163 и 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время в отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Была установлена причастность задержанных членов группы к 4 эпизодам преступной деятельности. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление причастности этих лиц к совершению других аналогичных преступлений.